Кстати, губы. Мы понимаем, что это родные, очаровательные такие губы, которые, опять-таки, нам тоже будут в помощь. Здесь мы можем посмотреть и тоже этот же эффект для себя отметить, да, то есть вот эта история. Сейчас, секундочку. То есть назвать эту часть какой-то облегченной, скорее более облегченной здесь именно лоб, если мы будем сравнивать с другими составляющими.